одеться и пойти в школу. А ты готов к школе, к первому классу? Теперь школьник! Вот так вот. Так все дети просыпаются 1 сентября. Надо почистить зубы, умыться и одеться и пойти в школу. Рубашка заправляет штанишки? Нет. Так, ну это на видео мы не будем показывать. Да. Сейчас. Что было за кадром, остается за кадром. Ну-ка тут. Самый главный аксессуар. Так, одеваем мы пиджачок. Ты красавчик. Идем в школу. А у тебя был выпускной в детском саду? Да. Все прошло замечательно? Да. А ты готов к школе, к первому классу? Да. А тетрадки взял? Нет. А что у тебя сегодня будет? Один урок, то есть вы просто познакомитесь с классным руководителем, да, с детишками. Ну, я тебе желаю успеха. И, конечно, тебе сегодня придут все твои друзья, бабушки, дедушки, папа и мама, конечно. И крестная приедет. Я... Что, идем на линеечку? Да. Номер один, знать номер. Я славный парень, и все это знают. Застегнемся. Ну, сейчас пока нас заберут. Вот это поворот! Актуально страх перед школой, да, хаги-ваги. Да, его наоборот. Ярослав, первые твои шаги за территорию школы. Теперь ты школьник. Такая обреченность. Небольшой страх. Но на самом деле это реально для всех очень день для переживаний, потому что ребенок идет в первый класс. Мы желаем ему успеха, чтобы он получал одни пятерки. Всех слушался, ну, естественно, слушался родителей. Так что, Ярослав, мы отправляем тебя во взрослую жизнь, и через 11 лет тебя выпустят. Да? Да, такой страх в глазах. Нет! Ярослав, а кто к тебе должен еще прийти? Бабуля. А еще? Бабуля с дедулей, а кто еще? Кто еще? Не знаю. Зубная фея. Вика, кто? Наша зубная фея. Крестная. Фея крестная.
Где наш класс? Первый Д. Первый Д? Где? Я не вижу. Ярослав немножко, ну как и все детишки, запереживался и немножко даже пустил слезу. Ну, мальчишка очень славный, он же славный парень, юный, и все еще у него все впереди. Ну, вот и фея крестная. Ярик, так что пришли все тебя поддержать. Да, зубная фея, крёстная фея, это все я. В ресторане ждут тебя. Праздновать? Ярослав, я предлагаю поздравить всех в мире первоклашек, которые пошли в первый класс. Давай их поздравим. Поздравляем! И мы прощаемся, мы идем отмечать, вся семья уже в сборе. Да, всем пока-пока! Всем пока и всем удачи в этом учебном году. Welcome.